Температура у нас сегодня 3 градуса. Приветствую всех на канале Пчеловодство и Природа. Сегодняшнее короткое видео будет посвящено теме, при какой температуре могут летать пчелы. Сегодня очень холодно, сильный ветер, холодный такой морозный ветер. С утра прошел снег такой с вьюгой. Сегодня 15 марта. Казалось бы, уже и тепло пошло, и теплые дни такие. Пчелы начали выращивать расплод. Ну и вот такие холода настали. Не знаю, сколько оно продлится, но тем не менее, вот смотрим, какой лед пчел. Один улей, вот семья летает. Здесь летают. Летают практически все семьи. Но там меньше, здесь вот больше. Вот снег за ульями, где солнце не попадает, лежит и даже таять не собирается. Какая сейчас температура? Больше всего пчел, конечно, летают на воду. Я не скажу, что где-то самые отчаянные еще куда-то они летят. Могут лететь и дальше что-то искать. Но сейчас пройдем, вот посмотрим, где водичка. Сколько их там. Вот сколько их здесь. Начали выращивать пчелки расплод. Им очень нужна вода для расплода. И несмотря ни на какую температуру, значит, здесь с утра стоял лед. И я когда вышел, несколько пчелок просто вот на льду сидели и брали воду. Мне было интересно, смогут они улететь. Набрали воды и улетели. Так что вот очевидное и невероятное, при какой температуре летают пчелки. Конечно, здесь можно сказать, что да, теплее, солнышко, да, тут чуть-чуть теплее. Но как бы при такой температуре, не знаю, очень стрёмно. Тем не менее летают. Когда им надо, вот они даже при такой температуре. На этом все. Пока.